З 9 годин раніцы 14 вересня до 5 годин раніцы 16 вересня у Гродні будет закрыт участок дороги по улице Дзяржинского, а до Жешка до 1 мая. Это связано с проведением бягучих ремонтных работ. На данном адреску, как известно, предугледжена оптимизация дорожного руху. У приватности изменяется схема проезда с крыжования от площади Тизенгауза, где будет заборонен левый поворот от Горкого на Дзяржинского. У связи с чем истотно изменится протяглость пешеходного перехода. Однако главным нововведением станет усталявание тут светлофорного объекта. Чакается, что это дозволит изменшить колькость заторов у годины пик. Параллельно дорожно-будовничие работы протягиваются еще у нескольких кропках города. Так, на улице Перемоги сняты обмежавание руху транспорту, а по улице 17 вересня уже з'явился черновый слой асфальту. Часово по им обновленный автомобильный рух. Знов участок будет закрыт на период финальной укладки дорожного полотна.